У нас большой проект. Сейчас проводится капитальный ремонт Дараховской врачебной амбулатории. Но теперь уже, как мы думали, что в мае закончится, в мае не закончится по причине холодной погоды. Они не могут выйти на наружные работы, потому что там фундамент нужен. И вот минусовая температура не препятствует. Ну, возможно, это будет середина июня или конец июня этих работ.